Всем привет, дорогие друзья, с вами Александр, и мы продолжаем буянить Blood and Soul. Что ж, в принципе, начнем с того места, в котором я остановился в прошлой серии, и посмотрим, что нас ждет дальше. А пока что я не буду проходить, получается, задания вот для того, чтобы повысить свои навыки крафта или еще чего-либо. Я сконцентрируюсь, наверное, больше сейчас на прохождении какого-то сюжета, чтобы подрасти к двадцатке, а то... В принципе, я очень долго ковыряюсь, очень долго плюхаюсь. Посмотрите, как бессовестно много времени я провожу просто за какими-то элементарными вещами. Поэтому нет, как-то надо все-таки, наверное, исправляться, я думаю. И начать что-то поинтереснее. Потому что, в принципе, покачать навыки ремесла я могу и сам один потом. Не думаю, что это кому-то интересно. Хотя, если, может быть, мало того, что, ну, там, кому-то... Будет непонятно, как заказы делать, они могут посмотреть, разве что так. А так, в принципе, все просто, элементарно. Выполняете задания, которые они вас просят, тем самым у вас появляется полоска как бы заданий на заказы, которые выполняет гильдия, и просто забираете. Например, там я найду какую-нибудь жилу, да, там песчаник или еще что-то. Я ее помечаю на добычу. Все, потом он постепенно появляется, и дальше уже из этой хрени можно делать еще другую хрень. Таким вот образом, собственно, это как бы устроено. Я понимаю, что я сейчас не шибко это объяснил, в плане того, что не совсем популярно. Но в целом, как бы, это несложно. Фармить, наверное, местных боссов я пока не буду тоже, по той же самой причине, что не вижу особого смысла. Я достаточно быстро могу улететь дальше по уровню, и даже те же самые скрижали мне уже будут не сильно актуальны. Так как после 20-го надо уже новую скрижаль собирать, сет. Не помню уже, как она называется, надо будет ее позже посмотреть. Так, что-то вот, кто-то меня сюда тащит, смотрите. А, вот, песчаник. О, господи, это латунь. Все-таки не заставляет меня делать эти квесты. Ладно. О, ну ладно, заставляю, давайте тогда уж ТП-шнуть, хорошо, хрен с ним. И побежим уже по сюжетке. А то это действительно долгое время провозюкаюсь этой всей хренью и ничего толком путевого не сделаю. Так. Странно, вот вроде я в рамках одной локации нахожусь, а так долго все-таки телепортируют в поселок. Ужас. Че так медлительно? Так, я на втором канале сейчас нахожусь. Алло! Держи свою руду. Все, теперь можно пидорить смело. Ущелье испытаний. Что-то я не вижу ущелье испытаний. Вы видите ущелье испытаний? Я не вижу. А, вон, все, теперь вижу. Вон, ущелье испытаний. Да. Облачиться в одеяние морского братства. Ого, мне кажется, давно это висит квест. Так, вот он. Роняй его. Сейчас мы немножко стражей поубиваем. Тедыщ. Интересно. Это было очень интересно. Знаешь, что произошло? Чувак что-то потусил, потом подох. Так, ладно. Переодеться обратно можем, да? Чтоб на меня поменьше нападали. Что это такое? Печать стражи. Особые предметы. Интересная фишка. Очень интересная фишка. Смотрите, я прошел квест, на который, собственно, заигнорил. Я же вон там, он его в том трактире взял. Я не заметил, оказывается, что нужно было переодеться. Ой, это еще не все. Там еще кого-то надо, видите? Отпинать. Или чё, как? Не понял. Чем меня сюда заставляют прийти? А, вот он, Дон Рубек. День морского братства. Держи, несчастный. Все? Это был весь секс.
Ладно. Окей. Okay. Да, переодеваемся. Хлоп. Все, все нормально. Мы переоделись. Да. Ну все, вроде я ничего такого сверх сложного на карте не вижу. Вроде как в ущелье испытаний нас справляют. Сейчас у меня кончится энергия, блин. Ой, плюх. Я сразу сделал плюх. Не успел за 5 сек и уже сделал плюх. Ай-яй-яй, как так-то? Как так? Как так? О. Эй, ты Пелыч! Сюда иди! Чё хочешь от меня? Похмелиться хочешь? Нифига ты. Несчастный. Ой, ё-моё, смотрите. Тут поток воздушный есть. Да, я помню это место на фришке. Там вот справа летать нам туда-сюда. Я помню, квест там делал. Блин, запаривался. А теперь лети туда. Нет, а теперь лети сюда. А, ты еще здесь? Ну, заодно слетай тогда и сюда. Вот в таком духе примерно нас будут гонять. Там, кстати, босс появился. Я смотрю, мировой. Но я не успею до него добежать. Просто тупо не успею. Народ себе бесюкает, убивает. Кошмар. О, трава. Дай траву соберу, сволочь. А ты зараза, а? Чё такой жадный? Чё такой жадный, Капец. Жадоба. 5 миш ты мне нужен? Да, к сожалению. Добей его. Есть. Зачли? О, ёбка. Нет? Хрена не понял. О, еще один есть. А, пусть она пока бьет. А я выковырю кустик. А этот уже мой. О, битва. Готов. Уй, все. Отними. Оу, там что-то упало. Так. Не зачли, да? Все, еще мы забьем ее нахрен. Так, есть. Шляпка. Травушка, муравушка. Так, смотрите, травушка, да, и дядя Миша. Дядя Миша с котом пусть занимается, а я займусь сбором. Оп, как раз. Жабий король. Как дерзко. Жабка появился. Маленький жабка. Ну ничего, я потом присоединюсь. Сейчас закончу здесь с мишками. Так, с мишками все закончил. Значит, мне поганки остались. Значит, остались поганки. Так. Кто там кого? Эй, поганки мои. Стоям, ба. Блин, поганок больше надо. Ладно, в жопу их. Давайте вперед продвинемся. По пути, я думаю, в принципе, поганок еще найдем. Да. Жиры еще найдем. Заодно жабьего короля надо найти и гуфнуть. Я тоже хочу его побить, как все бьют, и что же интересно. Ой-ой-ой-ой, какие люди в Голливуде! Смотрите, что это такое? Было. Что-то. Что-то это было. Это было что-то. Назначаю тебе чем-то. Стоит.
Стоять, блядь! Куда бегаешь? Фуганка. Блин, мне фуганка тоже нужна, кстати. Сколько, кстати, этих еще надо типа убивать, интересно. Ладно, киска, долго царапаешь, очень долго. Так. Все. Теперь смело можно, собственно, жабьего короля искать. Точнее, надеяться на то, что он сейчас появится. А вот, кстати, он. А вот и типы, желающего помучить. Теперь я тоже. Я тоже с вами. Нифига у него жизни. Это выносить придется. Чистить придется мощно. Однако. На, держи. Тоже можно расцарапать, если классно. Рафей. И ух ты, смотрите, с него камушки падают. Давай обычно причем. Ладно, одну просто так. Черт, я надеялся камники поинтереснее, что ли. А какая-то херотень. Отлично. Отлично от обычного. Серьга потихона. Ох уж это серьга потихона. Так, 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 так. Так, 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 клык, клык. Что, мне уже дали серьгу? Так. Эликсир удачи, регенка на опыт. Тек, сек, тек. Смотрите, у нас тут куча беспредела надо будет делать. Жабок помучить. Халинь, халинь. Так, еще надо короля дождаться жабок. Ой, там травка, 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 травушка, муравушка. Давай, давай, чувак, выходи из боя. Нужно травушку, муравушка. Вот. Пока всех монстров бьют, я хотя бы травушку, муравушку собираю. Тик. Оп. Таямба. Все ждут короля. Все ждут короля. Вот это да, они все ждут короля. А вот и король. А вот и король, и кусок. Стоять, стоять. Сейчас он полный жопу будильника запихает. Однако. Ну, пошел процесс. Я тоже присоединяюсь. На, держи, несчастный. Все убили. Так. Где еще травку? Не нужно больше травку. Так, вот еще травка. Еще две, да, получается. Итого еще две собрать. Ну, теперь еще одну собрать. Это была, собственно, вторая. Так. Сразу двоих. Серьезно, двоих убили. Надпись такую нехорошую. Блин, так жопа их убивать. Столько споров за этих лягушек. Да. Лягушки, вы где? А, по-моему, есть лягушки. Да? Блин, уже нет лягушек. Жесть.
Настоящее месиво за лягушек, блин. Че? Ой, этих тоже, да, считают? Тоже засчитываю. Ништяк. Как обычную жабку. Сейчас ему. Наколдую полную задницу будильника. Получай, получай, несчастный. Держи, держи. Несчастный. Ау, ау. Все, сейчас умрет. Подох, бедолага. Ах, бедняжку. Воу. Что-то даже выпало интересное. Посмотрите, как классно. Все. Рухнул. Так, мне эти жабки нужны. Чай поварим. Так, КТ. Чё мне тут? А, награды пришли. Окей. Собственно, теперь наверх надо отправляться. Два сундучка, да, мешочек. И здесь, пожалуй, вот эти откроем. Давайте один с другим откроем, посмотрим, что тут стоит, ничего интересного. Камни, конечно, не знаю, можно было бы открыть, в принципе, посмотреть, а вот что интересное выпадет. Я даже не знаю. Ой-ой-ой. Приглушение прокидывания врага. Продолжительное восстановление. Ясня. Вообще надо в данж зайти. Побуянить там. Давайте заползем, чё. Так, на арене диски решить их можно в любой локации с помощью послания. Это мы в курсе, это мы знаем. Хм. Тёк-тёк-тёк. Эй, давай грузи быстрей. Чё там мозги паришь? Эй, быстрей, давай. Не тормози. Хм. Окей. Блин, а что-то это сейчас на пещеру уже не помню. В принципе, давно, много уже времени прошло, неудивительно, что я не помню. Seven Sins, да ты что? Обязательно наличие микрофона и голоса. Помогите! Нужно больше голоса. Только не отставайте! Кого? Тебя, что ли? Мастер Кунг-Фу! Кунг-Фу мастер. Во! Level up, мазафака. Вот так вот. Синый рой тебе. В одно место. Ну чё, куда ты хочешь меня послать? Лево проход вроде как есть, да, но он закрыт. Чувак, жизнь здесь огонь. Чтобы мы могли пройти дальше. Ну души. Души пламя. Души его полностью. О, классно. Че, погнали вперед. На, на. Где там? Уяба. Го сюда. Твою мать. Ты нашел место, где с тобой дальше был. Дальше пойдете сами. Я... Большое, а то что? Вперед! А то что? Почему ты не хочешь идти с нами? Стакуешь. Малязьку. Самую малязьку. Ауч. Это было больно. Держи, несчастный. Вот так вот.
Воу! Нехило. Нехило, братишка. А, попробую вернуться от этого. А ты думала? Ой, все-таки меня уронил каким-то чудом. Так, подойти к краю тренировочного зала. Хорошо, как туда еще забраться? На этот самый край. А, все, понял как. Готово. Вот край. Эй, странно, край-то там вообще-то. Наркомания, блин. Чё тут? Чё такое все темненькое? Ух ты, текстурная пиксельная трава. Ну надо же. Вау. Окей, корни. Идите колотить, облава. Обвал облавы. Облава, лава. Хе-хе. Так, запасная багуа. Может заменить активная. Да ты чё? Серьезно, что ли? Ну надо же. Какая неожиданность. Надо посмотреть, какую мне следующую багуа собирать. Я уже не помню. Какие скрижальки мне нужно соединять вместе. Это дело такое. О, можно забыть. Подойди сюда, ёпта. Тебе пора. Коних троп. О, у меня сюда ТПшной. Драконья тропа. Поехали. Йоу. Прыжок. Эй. Летим, мы ругаемся, материмся. На, беги! Последняя тропа! Ну же! Да я в курсе, сам последний, что ты меня помыкаешь. Я же не слепой. Однако. Оу. Тэдэнс! Как устрой сейчас тэдэнс? Он, хватай Тимона! Кого хватать? О, кстати, 17 глава, как раз сейчас я научусь раскидывать все-таки очки. Свой билд. Так. И это Калясю. Здоров! Величин, так значит, избранный мастер призыва? Как же я рад! Ты чё, наркоман, что ли? Ступай, идите в пещеру! Какую еще пещеру? Офигел, что ли, меня в пещеру посылай? Ах ты, эксбиционист несчастный. Чё такое? Альянс Мури. Итак, вы добрались до завесы пламени! Это же вражеский девчонок. Вам нужно поучиться. Сейчас я поучусь. Я в вас не сомневался. Сейчас я тебя поучусь, мазафака. Ах ты, мазафако. Кого попробовать? Завеса пламени! Исчезни! Вполне сюда, исчезни! Давай! Да и не надо верить, я и так справлюсь. Бог ты, ё-моё. Алло! Будильники! Даёшь? Заклинание будильников. Вы справились? Неплохо. Но...
Сейчас посмотрим. Ну, сейчас посмотрим, а что ты мне предложишь. Большая восьмерка. Ну, тогда пойдем. Да, я без тебя разберусь с иглой. Ау. Это было больно, ёпт. Да бля. Жизняшек мало. Парни, мало жизняшек. Save me. На тебе, сучка. Хе-хе. Так ты разберись с этим подобным. Есть. Я пока тебя подхилю, а ты разбирайся, все будет чики-поки. Дэнс. А шуши завершились, убедовали. Давай, давай, гаси его, ботонка. Ай-яй-яй. Делимся. Оружие хорошо недоступно. Подонок, а? Успел прожать по мне кнопку. Солочушка маленькая. Хоу-хоу-хоу. И бутылка алкоголя. Да-да-да, это я. Наш неустанно три... Это все, что в наших силах. Дальше дело за знахарем. Придется вам встретиться с ним. А мы с вами еще увидимся позже. До встречи. Золотистая либо серебряная, да, черт такая. Интересно. Давайте я такую выберу. Доброго вам здоровья. До встречи, друг. Ну надо же, меня другом назвали. Офигеть. Давайте примерим. Дали, да? Окей, братиш, изучу только попозже. Так. А вот колечко. Неплохо. Так. Что-то из них же можно тачкануть. Ладно. А это ищем? Надо делать, короче. Какие-нибудь штучки-дрючки. Пока должны кнопку выучить. Смели. Что это? Рекомендую моя тренировка. Окей. PvP. Дуванчик, большой подсолнух на правой кнопке. Фига себе. Даже советуют, как прокачать лучше. Ну надо же. Прикольно. Так, в чем разница? Не знаю даже, ребят, честно скажу. Мне ни то, ни другое не нравится. В том плане, что... Мне не нравится то, что они предлагают. Я знаю, что мне розы надо по-любому выучить. Кстати, ветка совсем отличается от той, что раньше была. Увеличить скорость атаки приемов, использовать сторону воздуха. Да, так вот. Потом. А пока я так относит. Так вот изучим. Подсолнух. Раньше такого не было на фришке, по крайней мере, подсолнуха точно нет. Урон землей. Ладно, я об этом еще подумаю. Пинок кровосос. Так. Ага. Ну, енок кровосос по-любому надо качать тут. Особо без вода. Примерно как-то вот так. Так. Пока прикажи. Может, ждет тебя на обрыве провидения. Прочти это послание. О, господи, сколько их посланий-то этих. Перц судьбы, ё-моё. Перц с ними хотят дать.
какие-то персни. Так, у меня тут есть вот штучка, миска такая, я ее выиграл в этой лотерее ежедневной. На 30 минут вот можно зажракать ее, да? Боевой опыт плюс сотка. Так-то круто, конечно. Интересно, боевой опыт имеется в виду с мобов или это против игроков? Очки какие-нибудь там. Зачехлят мне дополнительные за страсти мордасти. Полетели! Я уж не помню, где эта деревня. Где-то тут. Ой, там что-то, смотрите, какой-то значок чего-то побитого. Давайте нажмем, что такое? Ой, оружие у меня поломано. Чиняк. Давненько его не чинил, ё-моё. Так, здесь костер где-нибудь есть. Чуваки, требуется костер. Ничему не учит, траву заставляет собирать. Действительно. Вообще охерел. Обуревший тип заставляет тебя траву собирать. Как это можно так, да? Чек. Чаль, беда, обида. Здорово, старикан. Чего ты там мне дал? Новые движения. Согласись. Ничего не учит, траву заставляет. Бедолага. Бедолага собирает траву. Бедненький, несчастненький. Какой ужас. Да? Чувачок собирает траву, представляете? Подонок, подлец, как он мог его заставить? Как у него повернулась такая рука? Я помню, это какое-то место было. Да. С полетом что-то как-то не прокатило. Я знаю, что теперь время полета, в принципе, можно будет ускориться. Что, конечно же, очень классно. Рыжок. Внизу никого нет, да? О, чувак мне нужен. Херачим парнишек. Да, держи, держи, сейчас. Какие путинки. Умер, что ли, маляську? Собрать ядовитые грибы. Хм. Хорошо. Я соберу грибочки. Так, козел мне не нужен. Козлина мне не треба. Я и так справлюсь. В принципе. Так, там красные мобики. Наверняка они мне будут нужны. Не, они нужны. Я могу все равно их захерачить. Просто тупо так. От них хер делать. Хватит! Что хватит? Что хватит, чувак? Аямба! Я не боюсь! Не, не надо меня бояться, просто убил. И тут получается я тебя убил только из-за того, что ты не мешал пройти. Печаль, беда, обида. Погиб только из-за того, что нет возможности пройти мимо. Прискорбно звучит, да, ребят. Не героическая это смерть. Умереть тупо от того, что просто невозможно обойти. Мне это надо. Эй, все, сейчас он парни появится. Лягушки, привет! Кто там? Пихтит. Ай, ай, ай! Ай-яй-яй! Ай, ай! Ай! Ой-ой-ой! Ну ё-моё, всех лягушек повыдергивали. Как так-то?
Смотрите, какой-то типелыч. Наркоманыч. Интересно. Ну ладно. Лягушку. Маленький водный лягушку. Давай тренирующий мастер кунг-фу. Мне кажется, я что-то упустил. По квестам тут такая неразбериха, что не поймешь, чё, где кого опять. И тёныш малюски. Да ладно, только появился, тут же умер. Кошмар. Кошмар, кошмар. Что это за квесты? Чего вообще надо найти? Чуть не вырубаюсь. Вообще правильно ли я делаю? А вот. Смотрите, сколько. Еще чуть-чуть. Еще один сейчас останется в итоге. О! Там освободилось. Давайте позырим. Так. Давай, давай. Давай. Есть. Грязь сделана. Дракон нужен? Убиваем. Тогда убиваем, если даже вопросов не возникает. И не остается. Так. Тут тоже, да, дракончика убили. Детеныш малюска. Блин, его уже заняли. Сколько их вообще надо? Оу. Кушайте, лягушки. Лягушки-квакушки. Так. Тренирующего мастера клинка я уже убил. Еще мастера кунг-фу надо завалить и секиры. Вопрос на засыпку, где эти ребята? Наверняка где-то здесь, по-любому. Вот он. Кто это? Мастер меча. Убиваем. Давай, давай, киска, спаси. Все. Упс. И нету. Так, вот. Опять мастер меча. Мастер меча, так, 10 секунд. Ой, что-то выпало. Ой-ой-ой, ой-ой-ой. Мастер секиры, мазафака. Черт, не зачли. Чуть-чуть я не успел, да? Офигеть. Слиганца не успел и все. Ладно, вон я вижу, по-моему, это кунг-фуист, по-моему, ходит. Эй, мою кунг-фу лучше твоего. Уходи один на один, только ты, я и моя брова. Так, сейчас мы ее обокродим на жизни. Это. Блин, однако после фришки тяжело очки раскидывать, честно. Я уже привык к той системе, сейчас все по-другому. Можно, конечно, было пойти по пути, который уже предлагают, как бы заранее. Остался мастер секиры у нас. Должен быть обнаружен нами мастер секиры. Ее ни хрена нигде не видно. Этого мастера. Так, у меня моргает зона как бы где-то там. Типа, мол, якобы они только там появляются. Так, это меча. Смотрите, вот этого я убил, да? Потом здесь начал убивать. Вот это жопа, а!
Я упал вниз. Энергия кончилась. Ну, жопа, 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 жопа. Я капец, сейчас бежать, там всех точно перебьют, я не успею. Надо энергию копить, однако. Иначе я не успею. Кунг-фу, кунг-фу. Че, секира уже был? Вон он ходит. Блин, мне бы теперь успеть только бы. Сейчас накопим. Поехали! Давай ускоримся. О! Стоять, урод! На. Готово. Фью. Нормаль, пойдет. Что это? Какое-то задание, да? Нет? Нет, это не то, что мне надо. Это не то, что мне требуется. Нет. Нет, нет, нет. Искать ядовит. На тебе квест. Тебе квест. Искать ядовитые грибы. Эх, если вопросов больше нет, идите. Матросов нет вопросов. Так, это ёжика надо взять. Смотрите, в двух местах. А, это у типа. Окей. Задание взял. Ускоримся. О, так летать-то гораздо приятнее. О, как раз сразу на него выйдем. Давай, 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 давай. Чай ничего. Ух. Есть. Еще один такой нужен. Давай, стой, падла. Отлично. Еще две таких. Ну ё-моё. Вы издеваетесь. Где столько этих чудовищ возьму? С учетом того факта, как их убивают быстро, блин, это капец. Вопрос весьма интересный. Уж щипательный. Все, капец, уже его гасит. Вон, смотрю. Попытки, по крайней мере. На тебе, иголки. Так, не последний остался. Мне остался последний. Найти бы мне сейчас его. Если, конечно, повезет, он спавнится вот здесь. Было бы вообще шикарно. Просто подарочек. Ох-ох-ох, ну не факт, что это произойдет, к сожалению. Так, он тоже в курсе, что он здесь спавнится. Цап-царап. Готово. Так, вот эти столбы, они, блин, бесят тем, что каждый из них в разное место посылает. Поэтому вопрос очень интригующий. Как и куда прыгать? Маленечко ошибешься, и будет печалька. Кто тут заказывал квест? Чувак, ты заказывал. Получи и распишись. Так. Давайте прыгнем тогда вот, наверное, в ту. Поехали. Не знаю, куда меня это закинет. Ага. Вот мастер секиры. Ну, конечно, когда он мне нахер не сдался, теперь он здесь есть. Почему бы и нет? Действительно. Поехали дальше. Так, стоять. О. Боль. Надо запоминать примерно, где кто чё. Чтобы там ориентироваться. Кажется, я не долечу.
Хотя, если вот так вот туда лететь под наклоном, то вполне возможно. Можно же, кстати, ускориться. Давайте я попробую ускоренно пролететь. А вот получится. Так. Собственно, то, куда мне надо, где-то здесь. Возможно, это где-то здесь находится чуть-чуть ниже. Так, с кустов нельзя, да, вывернуть? Здесь тоже так не проканает. Вот, я же говорю, как там можно, я помню. Внутрь, да? Зайти. Окей. Я просто помню, что как-то где-то есть такая фишечка. Вот павший страж. И кто? Вот веселые ребята. Держи, несчастный. Что это такое мне выпало? Воу, парниша, стоять! Зачем меня так пугаешь? Воу, воу, воу. Что такое? Это что такое, Билли? Офигеть. Все, подох. Окей. Еще парочку убили. Надо быть вас. Внимание. Внимание нельзя терять. В любой момент может какая-нибудь херня произойти. Вот, смотрите. С того не все взял на палм. Чувак, я даже не трогал тебя. Ты что такой дерзкий? Я понимаю, умереть хочешь, ну потерпи, и все умрут рано или поздно. Дело такое, это жизнь. Так. Что-то я с этой штучкой можно было делать. А вот. Яички надо поджечь. Все, жуки бегут. На. Готово. Мяу. Все, готово. Так. Где-то еще есть. О, отлично. Получай, гаденыш. А, теперь, кстати, у меня розыши прокачаны на Амазоне. Так что, в принципе, если вдруг я кого-то стукну в толпе, то я должен носить урон всем. Еще только вот агры а там прокачать, все будет шикарно. Стоять. Скотина. Разошелся, сволочь. От чумы. Поймите. Готов. Тем тоже желательно бы. Оу. Так. На. Прими лекарство, дружище. Сколько? По-моему, 5 штучек взял, да? Лекарство. Надо всего 4. Так, яички надо сжечь. Давайте сожгем. Яички. Яички. Кто? Что там? Последний остался, и факел не хочет работать. Как так-то? Так, вот, в принципе. Я тут готов. К труду и обороне. Да, готово. Е-е-е. Так, держать. Ну-ка, упади. Это жизнь.
Оу. Оу. Он сказал оу. Стой. Ой-ой-ой-ой-ой. Да что за поебень вышло? Это что такое? Так. Господи, на улице покрышки жгут опять. Визг страшный. Вот, дебилы. Ой, чуть не это, не сорвался, еле допрыгнул. Так, давай, мастер секиры, гуфни. О. Парнишки задумались о жизни. Так, открываем сундучок. Я, наверное, распечатаю. Тупо для того, чтобы прокачать колечко. Вот, получается, раз, колечко. Пошел процесс. Вот, я немножечко усилил. С доцеленок. И как бы, собственно, на этом все. Так, что мы здесь видим? В принципе, что это? Для мастера стихии, да? Это тоже можно, в принципе, разрушить. Так, вот эти... Наверное, только вот оружие. Да, вот эти пока не буду трогать. Мало ли, вдруг они мне еще понадобятся. Всякое бывает. Все. Так, вот он, ходит шуман. Ух ты, котенький. Был стойкий гадзи, и нету гадзи. Стоямба. Готово. Мне бы сейчас не перепутать, кто из них боська. Все как обычно. В принципе, они не сильные, но все равно неприятно, когда они с толпой наваливаются. Держи. Винка кровососа. Ну и хорэ ты болтаешь, блин. Я тебя бить хочу, ты болтаешь со мной. Надо болтаться. Надо просто умирать. Немножечко умирать. Вот и все. Будет сейчас бегать туда-сюда, взад вперед, блин. Так, пацаны, нет времени с вами объяснять, почему. Вы умрете, просто умираем. Сегодня день бесплатной раздачи смертей. Все, ты уже не мастер боевых искусств, ты просто трупак. Маленький такой трупачок. Трупаська. Окей, данж мы прошли, надо награду забрать. Так. Тяк-тяк-тяк-тяк-тяк-тяк. Окей. Конечно, не дает до сих пор покоя тот факт, что прокачки типа по принципу. Эй, чувак, давай там. Вкладывай все сюда, ты чел. Вот эти рекомендации меня не оставляют, конечно, покоя. Интересная тема, конечно. Ну не знаю, я попробую, конечно. Можно наверняка сбросить, да. Можно, только вот. Конечно, платная или бесплатная хз, но посмотрим. Так, куда меня посылают? Обратно в эту вернуться. Ну что, давайте да, тпшнемся туда. Почему бы и нет? Чё это, наверное, чё? Подзарядка сердец. Так, собиратели, ремесленники.
Можно выбрать, в принципе, сейчас фильтрации на карте, чтобы я видел там особые какие-нибудь отметки. На всякий случай. Тик-тик-тик. Во. Мультяшку показывают нам. Трупаки встают, ё-моё. Надо же. Какая неожиданная фигня. Всё. Резко темно стало. Ужас какой. Здорово, братиш. Приятно ведь есть про... Но снова удачи. Удачи в чем? В чем удача-то? А, трупаки. Ладно. Давайте убьем. Почему бы и нет? 15 штук, да, надо набить. Сейчас киска расцарапает. Воу-воу-воу. Гадзи, ну успокоились. Сбагуйтесь. Какой большой Гадзи был. Но его убили раньше, чем я. Блин. Оп. Интересно, разница есть, большой, маленький. Или без разницы. Воу. Если займись. У меня кончились, оказывается, все чи. Чего это я так расточительно чи раскидал? На, держи, несчастный. Эй! Воу-воу-воу-воу, полегче. Это мясорубка. Только успеваю поворачиваться тудым-сюдым. Он сейчас далекого гадя и добыть предмет различные ёмки падения. А, вот, эта хрень, которая мне нужна. Не соблюдены условия использования. Стоять! Всё, мне надо выйти из боя. Так. Так. Я не его злодейство. Ну, желаю злодейство. Когда закончите? Опять пещера духов. Не хочу пещеру духов. Не хочу. Давай, ускоряйся. Эй, Гадзи несчастный, получай. Да. Очень несчастный. Ты просто получи. Хорошо. What? Какой ужас. Эй! Получай несчастный. Какая-то странная пещера или... Я привык, что все-таки медузки бегают очками. Теперь какая-то херотень. Ай-яй-яй. Подсечка так. Сразу. По ногам. Чтоб все кости переломало. Вот он, этот шаман. Чё, кого, почём? Сейчас мы отлечимся. Давайте кота починим пока. Окей.
Что, движуха будет, нет? Эй! Я пришел с попкорном, вы где? Эй! А, вот так, значит. Тогда получайте меня полную задницу будильников. Так, это... Мне кажется, как-то можно бросить, да? Или куда? Кого-то же можно бросить? Эй, я хочу бросить в кого-нибудь чем-нибудь. Чем ты мне поможешь? И вообще, кто ты, кто такая? А, женщина, кто такие? Ученик заклинателя? Чё не пойму. Охренеть. Давайте подлечим эту маляску. Всё. Бдыщ. И упал. Эй, что на меня ты смотришь? Я что ли тебя бью? Какой-то ты дохлый оказался. Всего туда за два тычка я умер. Воу! Как ярко. Как мне вернуться? Что, своим пешком, что ли? Шикарно. Я-то думал, у меня сейчас тпшнет. Своего рода сервис будет оказан. Принесут чашечку кофе. Предложат сделать что-нибудь интересное. Что-то наподобие чего-нибудь начинающегося на мэ. Мармеладку, например. Или еще что-нибудь. Или массаж. Тоже было бы неплохо. Да ладно. Словно, все на свои места вернулось. Везде суэт. Народ бесится. Другой народ качается. Как обычно. В принципе. Вы справились? Нет, я не справился, тебе кажется. Я... И... Да. Ба-ба-ба. Алёш, 19 уровень, ёпти. Опти. Задания, да, нам не хотят дать. Ну ё-моё. Ну ёжики-матрёжики, как так-то? Как так-то? Так, ладно. Тогда, пожалуй, еще он тот квест возьму и... И можно закругляться. Интересно, где он? Весна в трактире, да? Нет, вон, чувак, рыбачок. Чувак! Чувак, что тебе надо? Нифига ты тут зачунял, бедняга. Ну да ладно. Что ж, дорогие друзья, всем спасибо за просмотр, ставьте пальцы вверх, оставляйте свои мысли в комментариях, а заодно советы с пожеланиями. На этом я с вами прощаюсь, до следующих серий. Всем пока-пока.